В этом фильме напряжение растет с каждой секундой. Капитан, людям страшно. Наташа разрывается между сторонами, пытаясь урезонить капитана, который ей по-своему дорог, воззвать к его логике. Не лезь в это. Поверь, так будет только хуже. Но Тони для нее путь наименьшего сопротивления. Прости, мне послышалось, или ты со мной согласна? Я уже хочу переиграть. Я так рада работе на этом проекте. Шерон Картер стала побойчее. Скорее за мной! Мне даже довелось поучаствовать в драках. Это здорово. Меня подкупает Ванди ее страх перед своими сверхчеловеческими способностями. Есть над чем потрудиться. Понятно, чем это обернется. Разве обязательно решать все силой? Несколько раз я ловила себя на мысли. Отличная подобралась компания. Шикарная. Marvel представляет «Первый мститель. Противостояние». В кино с 5 мая.